Справа. Лариса Могила, парапсихолог, поэтесса, наследственная черная ведьма. Ее род идет от древности от Влада Цепиша, которого иногда ассоциируют с графом Дракулой. Однако на самом деле он не был настоящим вампиром, как его представляют себе люди. В роду также были церковники. По отцовской линии род идет от митрополита Петра Могилы. Открыто практикует магию около 13 лет. Говорит, что сила ей дана с рождения, а также добавляет, что еще до ее рождения прабабушка, которая ей передавала силу, еще до своей смерти предвидела, через сколько поколений родится девочка, которая получит силу и продолжит ее род. Пытается применять свой дар по справедливости, участница 13 сезона «Битвы экстрасенсов» в Украине, а также выступает в качестве эксперта по экстрасенсорике, магии и демонологии на многих украинских телеканалах.